глубокая, певучая и мудрая красота живет в музыке Сергея Сергеевича Прокофьева. Красота, рожденная любовью к родине, к России. Красота, рождающая понимание русского характера, русской природы, русской истории. Красота, возникшая как итог великого труда гениального композитора и гражданина Сергея Сергеевича Прокофьева. Мы долго и напряженно учились слышать музыку Прокофьева. С самых первых творческих шагов своих юный Прокофьев вызывал, показывая новые музыкальные произведения, ожесточенные споры, порою откровенное, даже насмешливое неприятие. Человек, влюбленный в музыку Прокофьева и всю жизнь бывший ярым пропагандистом творчества Прокофьева, академик Асафьев писал: «Называю музыку Прокофьева пики, стрелы, дротики». И именно к музыке Прокофьева часто применялись понятия саркастическая, насмешливая, ироническая музыка. И очень медленно, и очень постепенно мы учились расслышать в музыке Прокофьева главную ее сокровенную, важнейшую мысль. Мысль о любви к человеку, к родине. Мысль, которая нашла свое выражение в изумительной красоты и певучей пластике мелодиях. Ведь творчество Прокофьева, рождавшееся на протяжении почти 50 лет труда напряженного, творчество человека, который изумлял и продолжает изумлять нас тем, с каким упорством, как неустанно, как ежедневно может трудиться художник. Творчество Прокофьева отражает в себе все виды музыкальных жанров. Это оперы, симфонии, балеты, оратории, кантаты, музыка для солирующих инструментов, романсы и песни, музыка для кино, для театральных спектаклей, музыка для взрослых и для детей. И мы с каждым годом на протяжении почти теперь уже 80 лет жизни произведений Прокофьева, мы с каждым годом открываем для себя все новые и новые красоты в этой музыке и учимся понимать ее все глубже и серьезнее. Вероятно, одно из основных свойств композитора, художника Прокофьева, выражено Ильей Эренбургом в словах: «Он умел слышать время». Подобно Пушкину, Прокофьев мог силой своего творческого гения перенестись в любую эпоху, в любое время, как это он делает, например, в Александре Невском или в Иване Грозном. В то же время Прокофьев в каждой эпохе находит те мысли, образы, те поступки героев и те исторические ситуации, которые особенно важны для нас, сегодня живущих людей. Ну, например, это происходит в опере «Война и мир», в опере, которые есть как бы олицетворение идей патриотизма. Но самое трудное для художника – это рассказать свое время и рассказать о людях, живущих рядом с ним. Ведь не случайно есть такая мудрость поэтическая: лицом к лицу, лица не увидать, большое видится на расстоянии. И гений Прокофьева позволил ему увидеть не на расстоянии, а в тот момент, когда оно происходило, великое противостояние советского народа фашистским полчищам в Пятой симфонии, идею сохранения мира на всей земле воплотить в оратории «На страже мира», рассказать о подвиги Моресьева в опере «Повесть о настоящем человеке». Казалось бы, совсем не музыкальный сюжет, какое мужество художника, какая гражданская честность и требовательность к
к себе и какое доверие к слушателю должны соединиться были в Сергее Сергеевиче, когда он писал оперу «Повесть о настоящем человеке». Признание произведений Прокофьева идет непростыми путями. Во многих обращенных к слушателям статьях, опубликованных в газетах, в журналах, Сергей Сергеевич пишет: «Массы хотят большой музыки», пишет Прокофьев. «Наше время требует рассказа о серьезных чувствах, о больших и благородных поступках». Это Прокофьев говорит однажды замечательнейшие слова: композитор, как поэт, ваятель, живописец, должен служить человеку и народу. Он должен украшать человеческую жизнь и защищать ее. Что же значит защищать? Это значит защищать то самое важное, глубокое, что есть в каждом из нас, самое серьезное и самое достойное. И вот именно поэтому сегодня мы учимся расслышать в музыке Прокофьева то, что долгое время не открывалось слушателям. Говорили о сарказмах, об иронии, о колючести, о насмешке в музыке Прокофьева. Говорили о его железных стальных ритмах. Потом услышали трагическое в музыке Прокофьева. И только последним стал тот этап, когда слушатели стали открывать для себя сокровенные сокровенных, великую, нежную и застенчивую любовь этого художника к человеку, к родине. Любовь, которую он передал и своим героям. Любовь, которая зазвучала в балете «Ромео и Джульетта», в опере «Семен Катко». И вот мы сейчас предполагаем остановиться именно на оперном творчестве великого композитора. Сергей Сергеевич удивительно чувствовал сцену, представление, спектакль. Ему было 9 лет, когда он написал свою первую оперу, оперу «Великан», и он сам сочинил для нее либретто, сам ее поставил, спел и сыграл со своими друзьями. И когда он стоял на последних этапах своей жизни, он, автор оперы «Война и мир», как-то признался в беседе с Дмитрием Борисовичем Кобылевским: «Я готов примириться с неудачей любого своего произведения, но если б вы только знали, как я хочу, чтобы «Война и мир» увидела свет». В ту пору, когда был он молод, и когда начинал он работу над своей первой, увидевшей свет рампы, оперой «Игрок», влюбившийся в Прокофьева Маяковский написал в его альбом: «От вас, которые влюбленностью мокли, от которых в столетие слеза лилась, уйду я солнце, моноклем вставив в широко растопыренный глаз». И вот об этом Прокофьеве солнечном, о Прокофьеве любящем людей и рассказавшем об этом в своей музыке мы и будем думать сейчас, обращаясь к операм Сергея Сергеевича Прокофьева. Опера «Игрок» написана мной на текст Достоевского. Причем либретто сделано мной. Сюжет «Игрока» меня давно занимал, еще на консерваторской скамье. Эта повесть почти вся состоит из диалогов. Это дало мне возможность оставить в либретто стиль Достоевского. Я считаю, что обычай писать оперы на рифмованный текст является совершенно нелепой условностью. Бесподобный текст Достоевского ярче, выпуклее и убедительнее любого стиха. Что тут вертишься? Не велено пускать. Да ты сошел с ума. Никак не веленось. Как ты смеешь? Не веленось. Никак не веленось. Дурак! Спроси, есть ли
Таких старух в дугу, сударь. Что, наконец, тебе тут надо? Генеральша, не велели вас пускать. Что с виноватно не велели. Ты пьян. Как генеральша приказать сейчас изволили. Пошел. Виноватно не велели. Генеральша, утомились. Не велено-с. Никак не велено-с. Омерзительно. Виноват, никак не велено-с. Омерзительно. Не велено-с. Не велено-с. Гвоздем оперы, безусловно, является предпоследняя картина, изображающая игорный дом. Эта сцена не имеет хора, так как хор не гибок и не сценичен. Но она требует многочисленных участников, игроков, крупье, наблюдателей. Причем каждый из них имеет свой определенно очерченный характер. Все это по крайней быстроте и сложности действия образует запутанный клубок. Сцена рулетки явится совершенно новой в оперной литературе, как по идее, так и по строению. А никаких экстравагантностей в вашем игроке не будет? Никаких. Я стремлюсь только к простоте. Ведь я должен выиграть. Вашими советами все проиграю. Я сам проиграл. Только раз я клялся не слушать вас. Лежит, все, что осталось, все напрасную. Rien ne va plus. Боже мой, что я сделал? Я все поставил. Какая ставка? И на этой ставке вся моя жизнь. Красная! Призов ему! И так еще везет! Я, пожалуй, это...
Счастье дальше. Не выдержал. Не выдержал. Он бросил новый вызов. Пытает счастье дальше. Пытает. Тогда все ясно. Таких, как он, выпало много. Я проиграл.
черном, зловещий цвет. 10 000 выиграл. 200 000 выиграл. 200 000 Я не верю, я свидетель. Непостижимо. 200 000 выиграл. Вот он уходит. Я обратил особое внимание на сценическую гибкость оперы и старался не утруждать певцов сложными комбинациями, чтобы дать им возможность сосредоточиться на драматической стороне оперы. Поэтому, когда у Достоевского в конце романа значительно уменьшается драматическое действие, переходя в психологические переживания, я счел за лучшее окончить оперу тогда, когда Полина бросает главного героя. Послушай, ведь ты меня любишь, ведь ты меня любишь, будешь любить. Ведь ты во меня с бароном сражался. Thank you.
Сергей Сергеевич всегда внимательно. Поразившие мысли, слова, выражения выписывал. Если книга захватывала его, сливался с тем, что происходило на ее страницах. Его не умиляла притворная сентиментальность, его тяготила копание в болезненных чувствах. Он любил читать о настоящей радости, его трогало простое горе. «Я хочу писать о живых людях, а не о куклах», — сказал он однажды. Весной 1940 года я как-то начала пересказывать или вытряхивать, по выражению Сергея Сергеевича, содержание комедии Шеридана «Дуэнья». Сначала он слушал рассеянно, но постепенно я видела, он увлекался. И когда я кончила, он сказал: «Да ведь это шампанское, из этого может выйти опера в стиле Моцарта, Россини». Либретто оперы я сделал сам. Пьеса Шеридана содержит много песенок, и я смог, не останавливая действия, ввести серенады, ариэтты, дуэты, квартеты и большие ансамбли. С самого начала мне предстоял выбор двух путей. Первый – подчеркнуть в музыке комическую сторону. Второй – подчеркнуть лиризм. Я выбрал второй. Двух юных, жизнерадостных и мятежных пар, препятствия и счастливое обручение, поэзия Севильи, тихий вечер. Но ни в малейшей мере я не отказался от комических моментов, столь блистательных у Шеридана. Так, сбежала от папаши, вот так Клара. Бедный старый гриб дальманца скользнула в дверь пред самым отцовским носом. Ловко, хитро, хитро, когда родитель простофиля. Лауретта,
пригласи сеньору Луизу. Пойди, скажи, что сеньор Мендоза ждет ее. Почтительнейше дожидается сеньор. Вот так, прекрасный оборот. Сейчас увидите, какие глазки, черт возьми, глаза мои с лукавым огоньком. Утовочка! Когда же дочка улыбнется, то на одной щеке, но только на одной, малюсенькая ямочка. Утовочка! Что? Живо! И на таких-то щечечках нежненький пушок, едва-едва заметный, золотистый. Утолочка! Что еще? Не выйдет. Нет, сеньор. Не хочет. Нет, сеньор. Какая гадкая девчонка. Скажи, я приказал. Не то. Случилось что-нибудь? Так, пустяки. Насчет туалета. Пред женихом одеться хочет понарядней. Отца не хочет видеть. Да, сеньор. А если я уйду? То придет, сеньор. Тогда снизойдет к нам? Да, сеньор. Какая гадкая девчонка. Скажи, что я ушел. Ухаживайте сами, друг Мендоза. Моя красавица, моя красавица. Сеньор, я польщена вниманием. Сударыня, сеньора, мадемуазель, я весь внимание. Я тоже. Я думал, вы что-нибудь мне скажете. Я думала, вы скажете что-нибудь. О, дайте мне взглянуть на вашу ямочку. Ур. Что-нибудь не в порядке? Как будто что-то не в порядке. Ах! Вы кто? Донна Луиза, дочь Дон Херома. Дон Херома? Но он слепой, ваш папа. Сеньор! Я хочу сказать, он вами ослеплен. Сеньор, я вас не понимаю. Я хочу сказать, он очень любит вас и думает, и находит вас. Сеньор, какое удивление приятное, поверьте, не скрою, я слышала про вас довольно пестрые рассказы. Старик Ром, как будто бы спятил, хочет подсунуть залежавшийся товар.
что удивление приятное. Всю юность я мечтала о муже с бородою. Уродливо, а говорит умно. С такой красивой бородой. Даже не так уродливо, а некрасиво собою слегка. Точнее, не так красиво, как расписывал завравшийся дурак. Вы сказали? О, я сказал, тот глуп, кто не оценит вас. Когда помножим нежность на дукаты, то невеста в общем не дурна, и голосок приятный, сипловато нежный. Прошу вас, пойте. Я пою так плохо. Ваш голос соловьи. Пойдемте, пойдемте к ногам родителя вашего. Ах, нет. Но как же? Сумеете украсть меня из этого дома, и я буду вашей женой. Украсть. Это очень романтично. Украсть. Да. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Будто бы, сеньор, задумались. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Я не имею практики. Прощайте, сеньор. О, нет, сеньора. То есть не он нет, а он да. Я украду вас. Но как? Сегодня вечером я спущусь в наш сад. Там на углу есть крошечная дверочка. Я буду ждать вас у дверочки в карете, запряженной парой кровных рысаков. И с развивающейся бородой.
Какой роман, какой роман, какой роман! И кажется, на небе есть луна. А если нет, то закажите. Идет отец, прощайте. Все решено. Карета, луна, лошади храпят, и я взволнованный. Ну что? На рысака в карете. А? Я хотел сказать, что все прошло галопом. Она была мила, мила, мягка и симпатична. Симпатична? Да, весьма. И сразу. Почти что. Ну, друг Мендоза, поздравляю. А хороша, не правда ли? И молода, не правда ли? А глаз. Одевай на них очки, а щечки хоть опускай на них вуаль, а зубки когда закроет рот. Постойте, кажется, вы смеетесь. Я, может быть, пересолил. Ваша дочь прелестна. Прелестна, да, прелестна, да. Ну, за нашу дружбу и союз, если б я ничего не боюсь, и жены, и дочки не боюсь, с головой свой стакан окунусь. Набитую дукатами, будем мы загребать лопатами. Пью за нашу дружбу и союз, если пьян, ничего не боюсь. Вот так вино, грустно, крепко и пьяно. Семён Катко занимал все его помыслы. Казалось, что спектакль этой оперы без всяких антрактов денно и ночно идет в самом Сергее Сергеевиче Прокофьеве. Мое первое прослушивание Семёна Катко произошло при обстоятельствах необычных. Помню маленькую палату санатория, о рояле не могло быть и речи. И все же, не выходя из этой тесной санаторной обители, Сергей Прокофьев сыграл и спел от А до З оперу «Семен Катко». Кровать он превратил в рояль. Перед кроватью поставил два стула. Сел на один левый и приказал мне занять другой правый. «Садитесь». Он сел на край стула, как это делают пианисты на концертной эстраде. Затем опустил руки на кровать, крытую белым пикейным одеялом. Он сыграл увертюру. Он спел арию Семёна Катко, солдата, вернувшегося с фронта в свой родной деревенский дом. Пел, как солдат готовил длинную речь,
закажет матери борщ для себя георгиевского кавалера. Но вышла на стук в оконное стекло мать, и из груди бравого солдата вырывается извечное слово «мамо», и повторяется оно три раза. За оркестр Сергей Сергеевич тоже пел. Вот какой Сергей Сергеевич. Всегда у него что-то новое. Был у него Ромео, теперь написал еще оперу, и замечательную. Я был на репетиции. Чудная. Это был Семен Катко. Премьера оперы – колоссальное событие в моей жизни. Я считаю, что Семен Катко – одно из самых богатых и самых совершенных созданий Прокофьева. Вообще, Прокофьев после своего пятого концерта, по-моему, нашел стиль новый и вместе с тем очень доходчивый и даже общедоступный. Все зависит лишь от охоты слушателя слушать. И слушая оперу, начинаешь жить единой жизнью с произведением, которое дышит юностью, как и то время, тот период истории, который в нем воплощен. Ведет наш новый разбор.
и глазами мне показывает мастерь. Я говорю, что за мною ходишь, что за мною ходишь, а работник отвечает, за тобою не хожу. Цветочек мой, я побежала со всех ног, цветочек мой, я пустую кузницу, забираю курицу, земля и кузница уже горит, а самая меча со всем кончается, а земля меча на самая меча. Я не могу глупиться, и самая некрасивая меча улыбается. Соня, це ти? Це ми, Ніканор Васильєвич. Я собі спрашиваю, це я, папа. Що за мода по ночам з хлопцями шляться? Я Семенов сижу. Ми з Сонечкою сидим. Я не спрашиваю, Софія, з ким ти сидиш? Я спрашиваю, когда это безобразие кончится. До дому, до дому, Софья. А ты вот гоще Соньки не муж, а мне не зять. Так мы же с ней заручены. Да не обкручены. Большая разница. Софья, до дому. Пора бы это дело, Никанор Васильевич, закончить. Заходите к нам на розгляды, посмотрите хату, достатки, скотину. Скотину, хе-хе. Я ее все добре знаю с той поры, как она была климповская. О свадьбе раньше Маккавея ты не мечтай. Аж осенью. Аж осенью. Никанор Васильевич. Ни-ни. И точка. Сперва Коко меня ты уважил, потом тебя я уважил, теперь обратно ты меня должен уважить. Не так ли? Пока же суда дело, ночью с дочкой не гуляй. Сонька домой. Кому я сказал? Сами вы не знаете, что вам от дочки нужно. Но-но-но-но-но, не разговаривать. Я позволю себе сказать, что композитор Прокофьев любил, горячо любил жизнь, природу, родину, народ. То, что композитор Прокофьев безошибочно знал, что испытывает солдат Семен Котко у дверей своей родной хаты, вернувшись из странствий войны, то, что стук его руки в оконное стекло был включен Прокофьевым в партитуру оперы, то, что сам Прокофьев выходил в репетициях на сцену и показывал, как стучать в окно, как ждать ответа оттуда из сонной хаты, это значит, что связан был Сергей Прокофьев с родной землей,
чтобы так беспощадно показать интервентов, как это сделано Прокофьевым, нужно глубоко чувствовать, широко думать, горячо любить. Матрос здесь, который землю делил, он где? У невесты отставка вторая хата, он, она где? Акация во дворе. Найдем. Найду и сейчас же. Чек, кто есть? Старик Ивашенко бумаги сельсовета прячет. А ты где? Аккурат рядом. Он, она, яблоня во дворе. Вижу. А ну-ка, хлопцы, пока не стало солнце. Милости просим в нашу хату. Спасибо, времени нема. Сначала надо сделать. Дерево тут высокого часом не имеется. А вот около церкви старая груша. Она ж сухая, зато крепкая. Двух уполномоченных удержит. Вполне. Сердюк веревка есть. Приготовь на двух уполномоченных. Вот лестничку бы нам такую, такую. Нам ненадолго, хоть на целый день. А ну, хлопцы, пока народ не проснулся. Снятся народ. Груши. Царев, вражьи гайдамаки окружили все село, а скакали к вашей хате. Тихай скорее, Василечек! Любочка, без паники! Не хватайте погонными руками! Я старый солдат доблестной русской армии. Тащи! Вы продажные воды. Заткни! Вы продажные воды. Воды землю дели, Родину раздавал. Взяли нас на провокации. Ой, Соколюбка, не
здравствует Ленин! Да здравствует! Говорите по-русски. Штаб-ротмистр бывшей русской армии Клемповский, сын генерала Клемповского и владелец этого имения. Позвольте мне, исполняя ваш приказ, вручить вам мое оружие. О нет, я прочел на нем за храбрость. Такое оружие голыми руками не берут. Оставьте у себя, немецкая армия умеет ценить благородных противников. Благодарю вас, лейтенант. Прошу, ротмистр. Разрешите представить вам на усмотрение список неблагонадежных крестьян. Тут, между прочим, имеется некий Семен Кото, которого следует в первую голову ликвидировать. Семен Котко, так точно, тут. Фрося, Фросечка, я тут, Фрося, слышу. Что же это, Сонечка? Аня, догадный. Сейчас, папа. Каченко. Так точно. Заради Господа Бога, бежи до Семена скорее. Бежу, бежу, расскажи про бумагу его. Пускай на минутку придет сюда. Бежу, бежу, раз, раз, бежи. Мне давно хотелось написать советскую оперу,
Но я долго не решался взяться за работу, пока постепенно не выработал точку зрения на то, как надо подойти к этой задаче. Не стоит браться за сюжет ходульный, неподвижный или безыдейный, или наоборот слишком назидательный. Хотелось живых людей с их страстями, любовью, ненавистью, радостью и печалью, естественно вытекающими из новых условий. Готов примириться с неудачей любого своего сочинения. Но если бы вы знали, как я хочу, чтобы «Война и мир» увидела свет. Он начал эту работу в военном, в 41-м. Он работал над оперой 11 лет. Ее первое исполнение в первой редакции состоялось в военной Москве в октябре 44-го. Но он продолжал искать более совершенного решения. Вслед за первой редакцией оперы родилась вторая. Спектакль стал более компактным и укрупнился каждый из главных героев. О том, как работал Прокофьев над «Войной и миром», рассказывает художник Игорь Грабарь. Самым сильным, прекрасным был тот момент, когда он вглядывался вдаль, словно прислушиваясь к ему одному слышимым звукам. И внезапно, повернув голову к нотам, он поднимал карандаш, начинавший неистово бегать по бумаге. Прокофьеву нужно было утвердить главную тему оперы, тему любви к Отечеству, к России, утвердить так, чтобы она была слышна и понятна каждому. Так родилась великая мелодия арии Кутузова после сцены совета в Филях. Спокойствие и мир другим держать.
и потому что опера Прокофьева наполнена необычайным благородством, сегодня она – любимейший спектакль на крупнейших оперных сценах мира. О том, чем дорога людям музыка «Войны и мира», говорит гениальный соратник Сергея Сергеевича Прокофьева, композитор Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Смело, правдиво, с большой любовью он воспевает русскую армию, русский народ в опере «Война и мир». Пытливый ум и чуткое сердце помогли ему постичь многообразие человеческих чувств, находя для рассказа о них яркие и запечатлевающиеся темы. С неподражаемым талантом написаны сцены человеческих страданий, достигающие в своем драматическом напряжении предельного звучания. Вспомним сцену смерти Андрея из оперы «Война и мир». Thank you.
день. Новый сын с ее лицом, ее глазами, о, как тяжел, как тяжел этот непрекращающийся прием. Кто это? Что-то тяжелое стучит во все стены. Пожалуйста.
невозможно не вспомнить великое мастерство Прокофьева, пишущего для хора. Ведь кантаты, оратории Прокофьева – это тоже своего рода оперы для концертного исполнения. И у меня всегда хранится в памяти момент, когда в колонном зале однажды происходило открытие концертного сезона и зазвучала кантата «Александр Невский», и когда хор запел «На родной Руси не бывать врагу», как бы раскрылись в бесконечность стены зала, ушла условность концерта, и вот это могучее пение хора, слитое с оркестром, дало людям ощущение причастности к нервущейся нити истории нашего дорогого Отечества. И вот такой же сыновней любовью, горячей, великой, творческой любовью наполнена и музыка оперы Прокофьева «Война и мир». Вот почему таким абсолютно для каждого из нас волнующим звучанием наполнен финал оперы. Thank you.
передаче прозвучали сцены из спектаклей «Война и мир» в исполнении артистов Государственного академического театра имени Кирова, «Дуэнья» в исполнении артистов Академического театра имени Станиславского и Немировича Данченко, фрагменты телевизионных фильмов «Игрок» Семен Катко и «Воспоминания» Сергея Прокофьева, Миры Мендельсон, Дмитрия Шостаковича, Святослава Рихтера, Серафимы Бирку.